Как разделить окно на части? Когда мы имеем большую таблицу, связанную формулами, закрепление строк или столбцов становится бессмысленным. В этом случае нам часто хочется разделить окно на части, чтобы видеть разные фрагменты одного листа. Сделать это можно несколькими способами. Какой из этих способов более простой и удобный, решать вам. Первым будет способ при помощи меню. Разделим окно горизонтально. Выделим ячейку в первом столбце, например, А9. И открыв в главном меню раздел «Окно», ставим галочку в пункте «Разбить». Окно будет разделено на две части. В обеих будет один и тот же лист, но у каждого из них будет собственные полосы прокрутки. Убрать разделение листа можно, сняв галочку с пункта «Разбить» в разделе «Окно» главного меню. Разделить окно по вертикали тоже можно. Для этого поставим курсор в ячейку в первой строке, например, H1, и в разделе главного меню «Окно» поставим галочку «Разбить». Принципы разбиения окна в LibreOffice Calc при помощи главного меню такие же, как при закреплении области ячеек. Как вы понимаете, мы можем разбить лист на две части вертикально, если поместим курсор где-либо в первой строке, горизонтально, если поместим курсор где-либо в первом столбце, или на четыре части, если поместим курсор где-нибудь в центре листа. Последняя возможность, по-моему, используется очень редко. Есть еще один способ разделить окно. Есть маленькие прямоугольнички наверху правой полосы прокрутки и справа нижней полосы прокрутки. Схватив за один из них и потянув правый влево, а верхний вниз, мы получим тоже разделение окна. Для того, чтобы убрать разделение, можно схватить за линию и утянуть ее на место. Окно при этом станет опять целым. Для второго способа есть еще одно условие. На странице не должно быть закрепленных столбцов и строк. Дело в том, что когда мы закрепляем столбцы или строки, эти прямоугольники выполняют другую функцию. Они позволяют быстро зафиксировать перпендикулярный диапазон. Использовать меню или маленькие прямоугольнички – это дело выбора. Они абсолютно равноправны. Если мы создали разделение при помощи меню, то можем убрать его при помощи меню или просто сместив линию в сторону и наоборот. Подробнее об удобной навигации по листу можно прочитать статью в моем блоге. Не забывайте подписываться на обновления канала и добавляйтесь в соцсетях для того, чтобы своевременно получать новости по теме.